Всем привет, мои дорогие! Сегодня будет мой заказ вот в таких вот условиях, да. Вот, прошу любить и жаловать, по-другому, к сожалению, пока что никак. Вот, потому что мы сейчас приехали в Таджикистан. У нас, конечно, очень шикарный номер. Тут поставлю его обзор. Он реально великолепен, но условий таких, чтобы вот для съемок особо нету. Итак, что же мне пришло? Давайте с вами смотреть. Так, каталог. Сейчас будет такой прогноз новинок, что я заказала, да. Будем с вами все смотреть, изучать. Прям красота, да? У меня дочка кричала: мама, мы не взяли дезодорант, купи мне дезодорант. Я говорю: Катя, в Таджикистан приедем, будет тебе дезодорант. Как в воду смотрела, целых 5 штучек, да? Так, давайте посмотрим то, что я уже знаю. Во-первых, это гель для душа Мурмур, клевый и классный. Артикул 88619. Он идет 150 миллилитров. Вещь шикарная, клевая. В том моменте, что вот он такой идет прозрачный, густой. И у него очень-очень приятный аромат. Я просто не могу. Да, видите, уже все сорвано, все защиты. Почему? Потому что я прям с превеликим удовольствием сходила с ним сегодня в душ. Господи, меня даже муж спросил: Аня, что это? Так вкусно, так приятно. Я говорю: ну вот, пожалуйста, Мурмур. 88619. Новейшая новинка. На самом деле это очень обалденный парфюмерный гель для душа. Мою кожу он не сушит, он великолепен, он шикарен. И я, конечно, в диком восторге от такого аромата. Он абсолютно вторит, но он идет полегче. То есть, если сам по себе Мурмур, парфюмерная композиция, да, знаете, такая пушистая, клевая, она для меня тяжеловато и сладковато, то вот этот Мурмур самое-самое то. Поэтому побалуйте себя такой вот клевой новинкой. Конечно же, с новинками меня выручила Абдурахмонова Райхона. Да, как вы видите, чек в этот раз, к сожалению, да, для русских девчонок в Самане идет. И, к сожалению, цены, да, вот каталог русский в Таджикистане, а вот цены в чеке в Самане. Да, вот, пожалуйста, Худжант, вот. То есть покупатель Абдурахмонова Райхона, Авлихаджаев Джахангир. Да, вот таким вот образом. Вот, смотрим, значит, дальше. У нас с вами появляются 3 такие вот великолепные вещицы. Так, а это, кстати, еще один заказ. Тоже, да, Душанбе, Абдурахмонова, место получения Нау. А тут я просто делала заказ, что у меня закончилось. Вот, значит, такие вот чеки. Так, давайте вернемся к теме. Значит, у нас с вами появились 3 просто обалденные новинки. Это акцент на аромат. Это парфюмы для стирки в гранулах, которые придают длительную свежесть тканей. Вот, они идут для всего. В основном для одежды, постельного белья, полотенец, покрывал, штор, изделий, которые надолго убирают шкаф для хранения. Они защищают ткани от затлости и статистического электричества. Эффективно освежают одежду для спорта и активных тренировок. Вот такая вот красота. Очень приятный аромат свежести, просто великолепный. Способ применения у них оказался простой, великолепный, но я их не попробовала, потому что я в номере. Мы с Райхоной договорились, что она у меня их потом заберет. Ну, то есть я ей их на пункт выдачи подарю. Пусть люди смотрят эти новинки, пусть они будут от меня. Вот, сниму и подарю. Артикул 308-47. Ну, потому что не повезем мы их с собой в самолете. У нас и так перевес. За перевес мы очень немало заплатили, честно сказать, да, потому что у нас 5 чемоданов. И вот смотрите, ягодная энергия 308-47. Это не сладкий, это не тяжелый аромат, это свежесть, бьющая в нос, просто обалденная свежесть. И причем тут идет, что каждая гранула содержит особые микрокапсулы, которые раскрываются во время соприкосновения волокон ткани при использовании белья или ношении одежды и дарят яркий чарующий аромат. Но это просто круто. Способ применения тут очень простой. Так, давайте на единичку поставлю. Да, то есть вот он, способ применения. Мы засыпаем гранулы парфюма в пустой барабан стиральной машины. Получается, кладем белье в стиральную машину и запускаем подходящую программу стирки. И наслаждаемся приятным ароматом в течение нескольких недель. То есть вообще шикарно. Прямо круто.
Вот, во время стирки аромат рекомендован для постельного белья махровых. А вот это я уже все читала. Да, то есть до 12 недель обещает нам свежести. Ну, я открыла, ароматы просто очень-очень сильные. Значит, ягодный мне очень понравился аромат. Обалденный, очень классный. Следующий у нас с вами аромат идет 30846 «Цветочная гармония». Я их уже открыла, тут была защитка. Я ее отклеила для того, чтобы... Ага, рассыпала. Да, то есть такие же вот крамки клевые, классные. Просто великолепно. Я прям очень удивилась. О, вообще, какой-то, знаете, аромат зеленой травки, что ли. Какой-то такой очень-очень приятный, хорошенький такой аромат. Вот. О, вообще супер. Вот это, наверное, будет мой любимый. Я вам прям реально говорю, точно мой любимый будет. Очень приятный. Так, дальше. Свежесть такая сладкая, какая-то зеленая трава. Вот не только покошенная, да, вот у зеленого, а именно такая... Свежесть, что-то такое приятное очень. Так, дальше у нас с вами идет 308-45 «Солнечное очарование». Ну, давайте же слушать его. Смотрите, какая красота, как все здорово сделано. Ой, тоже очень приятно. В общем, я не знаю, какой мой любимый, но я так думаю, что зеленый. Вот зеленый и лиловый. Вот оба очень-очень вкусные. А вот этот, значит, солнечный. Да, он имеет место быть. Он мне понравился. И закажу я его еще несколько раз. Я в этом прям уверена. Потому что очень-очень тоже приятный такой праздничный солнечный аромат. Настоящий парфюм для стирки тканей в форме гранул. Концентрированные ароматы с пролонгированным эффектом. Достаточно насыпать всего одну столовую ложечку гранул при стирке, чтобы придать вещам потрясающий, красивый и очень стойкий аромат, который держится на тканях до 12 недель. Аромат не только долго держится и слышится, но и активируется при использовании и ношении одежды и раскрывается дополнительными шлейфовыми нотами. Парфюм для стирки надолго освежает ткани и защищает их от затхлости, которая может появиться при длительном хранении одежды и постельного белья. Также аромагранулы отлично подойдут для надежного удаления неприятных запахов и освежения спортивной одежды. Мы приготовили для вас 3 продукта с потрясающими ароматами, среди которых каждый сможет найти своего фаворита. Солнечное очарование – это чарующий цветочно-фруктовый аромат с легкими нотами пряности и шипра. Это самый универсальный парфюм для стирки, который подойдет как женщинам, так и мужчинам. Цветочная гармония – это свежий аромат цветущего весеннего сада с нежными фруктовыми нотами. Этот парфюм для стирки наполнен теплотой и легкостью и создает ощущение единения и гармонии с природой. Ягодная энергия – это очень яркий, сочный ягодный аромат с легкими нотами фиал. Этот парфюм для стирки заряжает бодростью и энергией. Он точно поможет поднять настроение, даже если за окном непогода. Аромагранулы расходуются очень экономно. Одного маленького флакончика хватает на 20 стирок. А яркая, красивая упаковка делает парфюм для стирки не только отличным умным помощником, но и прекрасным подарком. Что я вижу, листая аромат, у нас с вами будут купоны, 50% на скидку. На каждый купон за каждые 900 рублей у нас с вами получается 900 ли? За каждые 999 рублей по цене каталога у нас с вами получается скидка на один товар до 50% из категорий уход за кожей, за волосами, гигиена, парфюмерия, декоративная косметика, ароматерапия и wellness, ребята, wellness. Это шикарно, просто шикарная акция нас с вами ждет. Кстати, эти патчи у меня с собой, очень хорошая на них скидка, будет в каталоге 10. И сейчас вот этот вот гель. Маленький гельчик для век, я помню, он был вообще очень большой. А сейчас гель для век идет 15 мл, то есть стандартно, артикул 0990. Вот, аккуратный, легкий, маленький, хорошенький. Содержит комплекс активных молекул. С такой небольшой он идет розовиночкой. Да, то есть такая небольшая розовиночка тут идет.
кстати, нежный, такой легкий, впитывается вообще мгновенно, рука его хопа съела. Но это, скорее всего, съела так быстро из-за того, что, во-первых, это рука, тут поры покрупнее, и, во-вторых, я руки очень хорошо помыла с мылом, вот, мыло от отеля было, мы еще сумки особо не успели разобрать, я сразу заказ разбирать, и, конечно, мыло отельное руки сушит, запах. Практически нет никакого запаха, что-то очень такое приятное, не аптечное, очень такая хорошенькая, приятненькая. Значит, что он делает? Обновляет, увлажняет нежную кожу век, способствует борьбе с первыми признаками старения кожи. Комплекс активных молекул, способных удерживать воду на поверхности кожи, увлажняя, смягчая ее. Ну, аннотация шикарная, будем пробовать, в пустых баночках обязательно вам про него расскажу. Коробочка тоже красивая, подойдет под подарок, то есть все здорово и великолепно. Итак, следующая новиночка у нас с вами карандаш-уход для кутикулы. Это удобный фетровый аппликатор, три сменных наконечника, и в комплекте легко поместится любой сумочке. Ну что ж, будем смотреть. Итак, артикул 7036. Он идет как регулярный экспресс-уход за кутикулой и ногтями. То есть коробочка тоже красивая, подойдет на подарок. Вот такая красота. Смягчает, увлажняет кутикулу. Так, сменные головочки такие вот. Угу. Я уже его попробовала, кстати, уже открывала, уже пробовала. Ну, в принципе, колпачок тут не отваливается, все здорово. Значит, смягчает, увлажняет кутикулу. Благодаря коктейлю из четырех ценных масел и витамина Е, способствует росту и укреплению ногтей, предотвращает появление заусенцев. Такая вот красота. Можно за ноготочками таким образом проследить, чтобы все было хорошо. Ну да, очень удобно ухаживать. Можно, кстати, и кутикулу пододвигать. А у нас с вами где-то примерно был такой же карандашик, но, к сожалению, так получалось, что действительно вот этот вот фетровый наконечник, он то морался, то махрел, то еще что-то с ним происходило. И компания Faberlic, я так понимаю, выпустила тот клевый уходовый карандаш для того, чтобы, если наконечник замахрится уже, да, в конец испортится, то, видите, вот он, да, то мы можем его заменить и пользоваться уже абсолютно новеньким. То есть этот выдергиваем и вставляем новый, и снова кайфуем. Я думаю, что это здорово. Масла довольно-таки много, как вы видите, да. Как раз-таки у меня кутикула отросла уже очень сильно. И удобно ухаживать заодно и будет ухаживать за ногтем. Потому что все-таки способствует росту и креплению ногтей. А мне это нравится. Вот такая классная штучка. Так, вот смотрите, еще одна новинка. К сожалению, я не смогу его сейчас на данный момент попробовать. В Таджикистане его не дали, но в Киров я его заказала с превеликим удовольствием. Это шампунь концентрированный. Хоть он и идет и 190 мл, но он идет концентрированный, плюс 200%. Заявлено, что он укрепляет волосы и увеличивает их плотность. Пока только вот в каталоге смотрю. Так, вот этой красоты я заказала много. Это не новинки, но мне безумно нравится вот эта вот анти-йеллоу маска с артикулом 2712. Она идет как интенсивная маска для нейтрализации желтизны. И мне кажется, что она очень хорошо ухаживает за волосами. Просто безумно классно. Волосы такие становятся блестящие, рассыпчатые, не махристые. Вот. Но он, плюс ко всему, содержит высокую концентрацию фиолетового пигмента, который не нейтрализует желтизну. Это просто шикарное средство лично для меня, и оно у меня закончилось. Хватает мне на мою голову где-то примерно на 4 раза, что для меня лично очень экономно. Ну вот я сейчас в Казахстане, мы и на сцене выступали, и везде, конечно, я за 3 раза израсходовала, потому что мне хотелось побольше, поинтенсивнее, немножечко посерее, да, был легкий такой серый оттенок. Я обожаю этот оттеночек, он мне нравится, жалко, что пару раз помыли голову, он вымывает снова, да, ну вот примерно раз в 3 помывки я эту маску делаю. Эффект просто бомбезный, уход замечательный за волосами, обожаю, пользуюсь им уже больше года и прям рекомендую, прям очень-очень рекомендую. Ура, дошли до дезодорантов, значит, у нас были спреи шариковые, ну и плюс появились такие вот твердые антиперспиранты, дезодоранты. Их тут будет 5 видов, для нее 3 и для него 2. Правильно, девочка, надо больше, ничего не знаю. Да, ну что ж, давайте смотреть. Ну, я взяла, конечно, в первую очередь для нее артикул 3712. Так, ага, тут еще вот крышечка была такая, то есть таким образом закрывается, ну я это вечно теряю. Таким образом.
Так, давайте же смотреть. То есть тут он выдвигается постепенно, по чуть-чуть. Так, отлично. То есть вот я его выдвинула. Ну, на самом деле его тут очень много. До меня доходит аромат свежих каких-то цветов. Очень яркий аромат. Да? Так, откуда же он? Значит, вот это его максимальная длина. Сейчас будем закручивать обратно. Да, ну, довольно-таки большой стик получается. Так, артикул 3712. Это цветочный аромат с нотами жасмина, ириса, бергамота. Он мне очень приятен. Я прям кайфанула. Прям вообще очень приятный аромат. Наносится хорошо. Следов не оставляет. То есть вообще без каких-либо следов. То есть терла-терла и ничего. Да, как вы видите. Великолепно, просто великолепно. Очень-очень удобно. Да, я еще, знаете, люблю такие твердые дезодоранты разнести вот так сильно-сильно по рукам. И когда вот идешь гулять там, да, например, где-то жарко или там, допустим, очень много надо ходить в кроссовках и так далее, очень люблю смазать свои чистые ножки с утра после душа вот таким вот дезодорантом, чтобы не было никаких потом проблем. А у меня этот дезодорант уже забрала моя дочка. Вот, я его просто вот вам показываю. Давайте сфокусирую вам состав и аннотацию. Поставьте на паузу, посмотрите, кому это все важно. Следующий дезодорант, это просто бомба. Мне он ужасно понравился. Такой грубый дезодорант с артикулом 3716. Он идет как Satin Care. Свежий озоновый аромат с нотами кувшинки и морскими водорослями. Им я уже сегодня воспользовалась. Это просто бомба. Мне очень понравился. Такой яркий, бьющий в нос, очень приятный аромат. Прямо обожаю такие ароматы. Прямо вот, чтобы они были сильные-сильные. Вот он как раз сильный-сильный. Но в течение дня я его не чувствую, получается. Да, этот я 100% оставляю себе. 3716. Супер. А еще хочу сказать, что сейчас в Худжанде, где я нахожусь, Таджикистан, Худжанд, сейчас тут очень-очень жарко. 35-45 жары, да, примерно. И подмышки остались сухими. У платья нету никаких разводов, никакой белизны. То есть он идеально справился со всем, чем я хотела, чтобы он справился. Это прям здорово и классно. Поэтому я довольна. Значит, этот аромат мне очень понравился. Далее идем артикул 3714. Это мужской древесный аромат со свежими фруктовыми нотами и пряным аккордом. Ну, могу сказать, что да, он мужской, но я бы его назвала унисекс. То есть он обычный такой, да, больше, конечно, мужской, грубоватый, но не такой уж прям бьющий в нос, чтобы вот только женщины могли им пользоваться, то есть пользоваться и могут все. Ну, у меня есть муж, я отдам ему. Так, следующий идет 3715. Это морской аромат с нотами эвкалипта, амбры, пачулей и ананасов. Угу. Ой, очень приятный, нежный, легкий, я бы его тоже унисекс назвала. Да, унисекс. Просто чем-то даже напоминает парфюмерную водичку Алатау, но без свежих сладких каких-либо нот. Так, хорошо. Следующее, это антиперспирант, идет 3713. Это свежий аромат листьев зеленого чая с нежным цветочным аккордом. Деликат грин. О, да. Я уже, если честно, не очень-то чувствую аромат. Сейчас попробую нанести его на руку и почувствовать. Если почувствую, да, то есть, видите, очень-очень толстый слой и практически нету ничего на руке. Это, конечно, очень-очень радует, ничего не скатывается. Ну да, есть такой небольшой аромат, но он до такой степени нежный, а до такой степени еле уловимый, что я бы сказала, что это дезодорант для тех, кто не любит яркие ароматы, кто любит нейтральные ароматы, они, конечно, им это дело понравится. Стик. Это средство от пота в твердой форме. Оно ложится на кожу плотным слоем, у него максимальная покрывающая способность. Хорошо купирует выделение пота, быстро сохнет, экономично расходуется. Стик – это новый формат для Faberlic, который появится в 10-м каталоге в линейке Ideo. Напомню, что слоган серии Ideo – «Не маскируй, нейтрализуй». Технология, которая лежит в основе серии, действует как ловушка. Захватывает и связывает вещества, обладающие неприятным запахом, и нейтрализует их на молекулярном уровне. Средства серии обладают стойким приятным ароматом и доказаны эффективностью в течение 48 часов. Теперь
вы можете выбрать ваш любимый формат в удобном для вас виде. 3 аромата для женщин и 2 для мужчин. Взрослый человек в среднем выделяет в сутки 500-600 мл пота, а в жару и при занятии спортом гораздо больше. Чтобы обеспечить себе свежесть и комфорт, используйте наши антиперспиранты. Наносите их только на сухую кожу. Если подмышки влажные, средство не сможет заблокировать потовые протоки и эффективно работать. Для того, чтобы уменьшить потоотделение, выбирайте натуральные ткани – хлопок и лен. Синтетика не пропускает воздух. Ограничьте прием острых блюд, не пейте крепкий чай и много кофе. Пользуйтесь антиперспирантами Faberlic и наслаждайтесь летом. Также у нас с вами перевыпуск прокладок, к сожалению. Да, вот артикулы вам сфокусирую. К сожалению, тут они тоже пока в Таджикистане недоступны. Так, смотрите, еще в новинках 10 каталога мне попалась такая вот классная штука, как фитосыворотка для лица вокруг глаз, морошка и лен. Я уже с ней проходила целый день сегодня. Очень приятное ощущение, очень хорошо кладется на века, очень быстро впитывается. Можно даже, если где-то какие-то от неудобных подушек, там слежни, еще что-то, прям наложить побольше. Пусть они выглядят типа патчи, сверху даже можно еще патчи на этот крем, да, наложить побольше. И прям разглаживается великолепно. А мне понравилось. Состав у них идет очень интересный. То есть они как раз таки идут для увлажнения и повышения эластичности. И также они способствуют омоложению кожи век, обеспечивают укрепляющее и защитное действие. В общем-то, все то, что нужно мне сейчас, вот на данный момент. Просто обалденно. Давайте попробуем с вами его. То есть это обычный такой кремушка. Конечно, на дезодорант он не впитается. Как бы мне этого не хотелось. Тут очень громко, кстати, играет музыка. Надеюсь, ее не очень слышно, что вам больше слышно меня. Так, запах у него тоже приятный, клевый, классный, нежный, легкий. Ну, какой крем для век может быть с сильным ароматом, согласны, да? И еще одна VIP-новинка – это алтайский прополис зубная паста. И тут, получается, она идет 100 миллилитров, артикул 20 тысяч. Или двойка и 4 нуля. Двойка 4.0. А я ее уже попользовалась после обеда. Один раз почистила ей зубы. Сняла защитную мембрану, но не стала ее выкидывать, чтобы вы обратили внимание. Вот такая вот желтоватая паста. Очень хорошо очищает. И она не термоядерная. Мне очень понравилось, что она не термоядерная, что она действительно такая, какую вот прям хочется. Я это все обожаю. И как раз таки у меня начала заканчиваться зубная паста для чувствительных зубов. Вот. А так как все вы знаете, что я сейчас лечу зубы, то это, конечно, очень тяжело без паста для чувствительных зубов, потому что когда чувствительность обостряется, я чищу 2-3 дня есть зубы, у меня все проходит, и я с превеликим удовольствием перехожу на обычную зубную пасту. Поэтому ту я оставлю в сторонке, раз у меня все хорошо с зубами, а вот этой начну чистить. В общем, супер зубных паст мне в поездку хватит на целый месяц, и мне и мужу. И зубная паста двойной кальций идет как кальций, фундаментальный макроэлемент, необходимый для красивой улыбки. Два вида тут идет биодоступного кальция, входящий в состав пасты, объединяет пользу и природу, инновации и науки, помогая поддерживать здоровье, состояние полости рта. Я от этой пасты не в восторге. Для меня она средней мятности идет, но мне не нравится, как после нее пощипывает язык, губы и так далее. Конечно, вот эта нежненькая. Эта красотка, она идет нежненькая, с алтайским прополисом, который идет как уникальный продукт пчеловодства. Это залог здоровья, десен, произведен из древесных смол и так далее. Да? То есть вот это прям мое. Вот это не мое. И знаете, что я вам хочу сказать? Сегодня подумала, боже мой, какой у меня неприхотливый муж. Он вообще никогда не выбирает зубную пасту, какая стоит, такая классная. И супер, что мы в разных номерах. Вот эту зубную пасту я могу отдать ребенку, пусть она и чистит зубы с превеликим удовольствием. А эту зубную пасту я могу оставить себе, выбрать. Почему? Потому что Катюшка как раз-таки любит потермоядернее. Она выбирает экстра свежесть. Зубную пасту от компании Faberlic. А я люблю понежнее, мне нравится что-то понежнее. Пасты обе очень хорошо пенятся. Да? Давайте с вами повторим. Двойной кальций 20 001, а зубная паста алтайский прополис 20 000. В общем, классные обе. Я бы так сказала, классные обе. В общем, посмотрела видео, уже много минут снимается. Очень рада
новинкам компании Faberlic. Надеюсь, что ДП Таджикистан даст новинок побольше Таджикистану, потому что пока что это все, что я смогла отснять. И так как очень сильно, уже очень сильно играет музыка, я, к сожалению, закончу свой обзор, он и так длинный. И вторую часть, самое необходимое, что у нас закончилось, что мы забыли с собой взять и так далее, я отсниму чуть-чуть попозже. Всем пока-пока, с вами была Коннова Аня.